Общественники, не согласные с решением суда о законности сноса усадьбы купца Михайлова, будут обжаловать вердикт. Они пытались доказать, что строение нужно включить в список выявленных исторических памятников. Сторона ответчика, это представители Алтая охранкультуры, ссылались на то, что охранный статус усадьбы был снят еще 13 лет назад. Руководство статьями 175 и 180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд решил административные исковые требования Межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей гражданский патруль оставить без удовлетворения в полном объеме. Общественники по-прежнему уверены, что здание на пересечении улицы Партизанской и проспекта Социалистического имеет историческую ценность. Сейчас от усадьбы осталось лишь несколько стен. Но тем не менее, по мнению инициативной группы, даже это немногое можно еще сохранить. По проекту после сноса сооружения здесь должен быть построен новый офис краевой прокуратуры. Такое решение было принято в конце прошлого года на одном из градостроительных советов. Эта новость буквально взорвала социальные сети. Защитники усадьбы купца Михайлова готовы подать апелляцию уже в краевой суд. Пока на данный момент есть что защищать, пока есть что делать. Если мы оперативно достаточно сработаем, то, я думаю, есть еще вопрос, есть возможность что сохранить. Потому что, как видите, от здания, как говорят, осталось, да, две стены. Но это главные фасадные стены. Поэтому пока не рухнула последняя стена, нам есть смысл бороться за данный объект.